Знаете, что, ребята, я вам скажу на счет этой игры? Поначалу она мне понравилась. Вот это мы ее плыли на лодочке, да? Была атмосфера некоторая. Были странные диалоги. Мы не понимали, что происходит. Сейчас, конечно, тоже, но пройдя чуть дальше, мне стало чуть криповенько от этой игры. Прям реально. Еще кто не видел прошлую серию, там в верхнем правом углу подсказочка на прошлую серию, да? По этой игре, блин, очень интересная игрушка, когда начали играть. Прикольненько, поэтому, Саш, подобно, надеюсь, пледик обязательно прятим пятитку, прям чипитика в 5 литров или 5 воды при этом просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Остались мы с тобой здесь. Собственно, что мы делали там? Да, собственно, мы с тобой ищем этого бога иллюзий, да, как он тут? Он бог иллюзий, получается, да? Я не помню, как его зовут. Вот, к сожалению, да? Вот, мы пошли с тобой до сюда, вместо там с кем-то сражались, даже я проиграл один раз. И, к сожалению, пока что я не видел, да, ваши комментарии, но вот все равно, если сегодня, ну, смотрите со второй серии, напишите, пожалуйста, видите, у него рука черная. Вот и там было сказано, что если вы проигрываете, да, то это вся черная слизь будет идти все дальше, дальше, дальше. Мне интересно. Вот если я вот в прошлую, да, серию проиграл один бой. А если его выиграть, откатится ли вот эта слизь вся обратный, или она так останется? Вот это у меня вопрос. В том плане, типа, вот проиграл, да, вот если вот эта черная тема поползла вверх, а выиграв, откатится ли она обратно вниз или нет? Вот что я имею в виду. Пишите, кому не сложно, правда. Спасибо, только без споров. Собственно, идем мы, собственно, вот он стоит. Так, добрый вечер. Аждика. В чем прикол? В чем прикол? Могу понять, в чем прикол. Блять, в чем прикол-то, блять? Блять, что? Сверяне говорят, что Один со своим братьем убили Имира, и мир людей создал из его тела. Мир людей создал из его тела. Кости Имира они превратили в камни, плоть в почву, а кровь в соленое море. Его череп стал небесным куполом, а мозг облаками. Один и его братья поймали искры, летящие из мира Муспель, и превратили их в звезды. А чтобы защитить новый мир от гигантов, они воздвигли стены из громадных изогнутых бровей Имира. Интересно. Интересно. Очень интересненько. Ладно, погнали к двери, вот эти ворота, видишь, вот эти вот все дело, портал, вот эти не порталы, что они работают, не работают, к сожалению. Почему ты спросишь меня? Потому что нужно идти к... мальчик, ты, может, меня пропустишь? Нужно идти, короче, вот видишь, вот тями, видишь, висят. Нам нужно идти с тобой сейчас к двери, где есть вот этот символ, да, его. И только потом порталы будут работать. Ну, ребята, я иду только по одному пути, что он только тут и доступен. Так, ну по-хорошему бы, конечно. Мы-то не допрыгнем, да? Нет, не допрыгнем, нихуя. Нормально, блядь. Ну еще прыгать тут нельзя, она сама прыгает, то есть. Ага.
Опа. Это очень интересно. Подожди-ка. Ну тут я понял, да, тут вход. В ее так называемое логово, да? Ну как логово? Вон там, видите, печать? Вон там надо печать найти. Подожди-ка, пошли-ка с тобой. Ёпта. Ну, нам в любом случае, конечно, там мост. Запомнили, да? Запомнили. Пошли. Должен сменить воров. Их слишком много. Слишком много. А нам вон туда идти, да? И вон туда. Ну, let's go, чё. Там есть и на это таком-то месте лес. Какой лес? Лес диких. Адреналин отправил в дикие земли, она хотела сойти собственной тьмой. Тьма почти убила ее, если бы не Друд, она бы умерла. Ой, бля. Бля, ну, хорош пиздец, ты ёпта. Ну извини, ладно, извини. Так, ну вот туда с тобой, да? She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. Ну, nice, субтитры не показываются, конечно. А можно субтитры, алло? She nearly died. She thought the curse made her tainted. Truth helped her. Да, ну пока, кстати, довольно кизичные эти. Эти все изичные довольно-таки. Да, сначала давай эту дверку откроем, то сразу. Загадки-то его очень легкие довольно-таки пока что идут. Все, let's go. Нам сюда с тобой наверх. Опа, опа, подожди. Здесь ничего, да? А вон там что? Опа, камушек я вижу. А ну-ка. Давай. Северяне говорят, что для того, чтобы что-то получить, необходимо чем-то пожертвовать взамен. Говорят, что сила урона открылась Одину только после жертвоприношения. Он подвесил сам себя на мировом дереве, пронзив себя своим же копьем и принеся таким образом себя в жертву самого себя. А себе в жертву самого себя. Осуждаю, осуждаю. День ночей он провисел на дереве без еды и питья, и наконец увидел под собой руны. Он закричал, и они чудесным образом запечатались у него в памяти, а потом он упал с дерева. Вот я не понимаю, к чему-то эти руны, конечно, к чему-то это все нам разговаривает, типа он, к чему нам все это говорит. Может, просто какие-то как дополнения, знаешь, какие-то дополнительные такие истории, которые, может быть, как-то пригодятся, или просто чтобы разнообразить. Не знаю, я к чему не говорю. Напишите в комментариях, к чему это все говорится, вообще, к чему эти руны вообще сделаны. Я просто пока не понимаю реально. Только без спойлеров. Спасибо. А, ну... Ай, ёпта. Вот о чем я и говорил. Короче, нужно обратно идти к порталу, чтобы его... А ну, короче, обратно поменять то, что было, чтобы здесь стена была. Видите, чтобы здесь стена была. Только тогда мы сможем пройти. Вот про это я тогда и говорил в прошлой серии. Про это я и говорил в прошлой серии. Пошли к порталу, чё. Угу.
Дверь к тому ствол открыли, правильно? Правильно. Ну, смотри, вот там нету, кстати. Интересно, интересно. А, так, бежим сюда с тобой наверх. Двигаемся на колонии вниз. Ей уже казалось, что в этом мире для нее нет места, но она почти отдалась тьме, почти. Но потом она вспомнила слово Диллиону, вспомнила о своем обещании. Тогда она решила продолжить борьбу и убить то, что все стало частью ее. Хорошо, но это хорошо, он здесь... Интересно. Подожди, подожди, подожди. Допустим. Не, блядь. В чем прикол? Даже в чем прикол-то? Алло, может ты будешь работать? Может, здесь что-то меняется? Подожди, ну пролагало чешу или как? А почему он не работает? Бля, сколько мне смотрел, вот я бегаю туда-сюда. А-а-а, ёпта, смотри. Интересно. Тоже своего рода обман, головоломка, точнее. Ладно. Он показывает туда. Так, здесь мы с тобой опустим мост.
чтобы было хорошо. Так, нам с тобой вот сюда наверх, да? Получается. Погнали, чё. Не, у него получилось ворона. Они пропали. Нет, осталось три. Глядя назад, я понимаю, как наивно было полагать, что она сумеет выпить сама. Чем дальше она вглядывалась во тьму, тем меньше она видела. И малечно намеки на форму, звук и мысли, мелькающие в мраке, верстали и крепли, захватывая ее целиком. Прежде чем она успела что-то понять, тьма уже крепко держала ее в своих когтях. Ну, даже... А ёпта, как? Подожди. А, о, все. Ну, это такое есть на самом деле. Чё, здесь? Нет, там. Да, как будто бы вот отсюда, да? Нет? Оттуда? Бля, откуда? А, все, понял. Окей. Так, let's go. На тьму нельзя держать победу. Не похоже, что тьма хочет убить ее. Не сейчас. Она будет терзать ее. Выжидать. И когда она слабеет, тьма ударит наверняка. Найдет ли она Дилана раньше, чем настанет этот миг? Конечно, найдем, ёпта, не переживай за это. Так, ну что у нас здесь? О, ёпта. Ну, добрый вечер. Угу. Вы сейчас драться с ними, да? Давай, let's go, чё. А, нет, последнее испытание как будто бы, да? Отдали последнюю иллюзию Вальворона, чтобы встретиться с ним самим в его владении. Я знаю, ты все сможешь, Сенуа. Ты умеешь видеть. Мы оба можем видеть тьму, Труд. Может, с твоей помощью я ее одолею? Может быть. Хорошо, сюда нам ничего, видишь, не дает. Сюда, что мы прошли, сюда нам ничего не дает такого. Нам нужно по дереву. Как будто бы, да? Да. Хорошо. Ну, нам получается вот сюда, скорее всего, да? Да. Как будто бы сюда. Что меняется? А, все, вижу. Вижу. Ты говоришь со мной, Друт?
Расскажи мне историю. Сенуа, послушай, расскажу тебе историю Финдана. Северяне схватили сестру Финдана, отец правил его расплатиться с ними и добиться его освобождения. Они забрали его золото, заковали его в кандалы или кандалы и продержали его день и ночь без еды и воды. Потом они освободили его. Не знаю почему. Когда он вернулся в Эрин, враги его отца и сожгли его дом. Отца его сожгли заживо, брата убили, но он сбежал, но сердце его переполняло печаль. Осуждаем это. Осуждаем. Враги его отца вызвали создать ему за потерю проплатить его на пир в зале у моря. Но там они предали его, продав его северянам, проработавшим его и отправившим его в Хель. Бля, ебать, тяжело, нахуй, что-то чуть-чуть. 6 лет спустя уходили достигли берегов Оркни, сжигая все на своем пути в эти пожары, и ринулся Финден, спасаясь бегством. Тот, кто раньше был Финданом, сгорел дотла, но из пламени родился новый человек. Друт. Тот, кем я являюсь сейчас. И хотя Финдану не довелось увидеть свою дорогую сестру вновь, я, Друт, нашел тебя, Сенуа. Хотел бы я увидеть свой дом, прежде чем настали темные времена. Так, хорошо. Шо, куда нам дальше? А, ну все, понял. По полям. Интересно, да? Интересно. По чуть-чуть, видите, нам раскрывают их. По чуть-чуть нам их раскрывают. Так, let's go, нам с тобой сюда. Аккуратно. Тихо. Не знаю, могу это контролить или нет. У нее получилось, печать сломана. Врата открыты. Стой, это тьма. Мне это знаком, после диких земель. Она возвращается за мной. Бля. Я по-прежнему здесь. А ты? Где мы? О, я помню. Там, в диких местах, все закончилось плохо. Так всегда бывает. Думаешь, что можешь перебороть тьму, осмыслить ее? Когда наступает облегчение, она носит удар неведомо откуда и швыряет тебя беспомощного обратно в пучину. И разум тонет в страхе глубже и глубже, погружается так глубоко в пустоту, что, может быть, на этот раз возврата не будет. Что происходит? Помоги мне, помоги. Но там, в темноте, она вспомнила, чему он ее научил. Сенуа. Слышь меня, найди меня. Помоги. Сенуа, возьми мое железное зеркало. Посмотри в него. Итак, новый нижний мир. Внутри ты увидишь лицо тьмы, которого так боишься. Если сосредоточиться, как я тебя учил, то увидишь, что хотя тьма затащил ее за своей завесой, сама тьма тоже заточена в ней. Фокус!
Я тебя обижал в дикие места, из-за тебя застрял здесь. Но теперь я тебя увижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пососал хуй, долбоёб. Ой-ой-ой, опасно, хуйня. О, блядь, отсосаешь нахуй. Блядь. О, нахуй, блядь, что, блядь? Больно, да? Блядь, вставай! 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 Бля, могу! Опа! Давай, блядь. Опа, нахуй. Опа, блядь. Опа. Давай, ёбок, нахуй. Что, блядь? Да, такой уёбок нахуй просто, блядь. Ой, блядь. Давай, давай, ёпта. Ну. Бан, ёпта, блядь. Ёпта, бан нахуй, все, до свидания, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, это у тебя опасно. О, пососал, долбоёб. Давай, давай, давай. Давай, ёбывайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, вставай, вставай, мать, 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 вставай, опа. Мать, вставай, 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 мать, 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 вставай. Бан, ёпта, блядь, всё нахуй, пососёшь ты, блядь. Давай, давай. Бля, вот это чем надо тут выворачиваться нужно, 100%. Долбоёб. Блять, это не нужно к нему вот этим. Вот этим нужно парировать просто его, и все, блять, он легко парируется. Давай, долбоёб. Ну ты сбил меня, и чё? А-а-а, вот что, да, блять? Долбоёбик. Он парирует, блядь. На, ёпта. Бежали на него. Ой-ой-ой-ой-ой, долбоёбик. Бан нахуй. Ещё пососал ты, долбоёб, блядь. Да он лёгкий максимально.
Ну все, пизда тебя нахуй. Сюда, ёпта. Сюда, нахуй! Бан, ёпта. Давай, 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 мальчик. А, двоих. 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 Ой-ой-ой, их трое даже, слышь, блядь, так не пойдет нихуя. А как переключать? О, во. Долбоеб. На, ёпта. Опа, сосали, блядь. Долбоебики. Ну давай, давай. Ну что, 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 что? Что ты мне сделаешь? Вот так я могу тебе сделать, ёпта. Понял, больше. Сильно так и не ебашить, не юзать. Давай, давай. Ебать, я могу, слышь, блядь. Ебать, я могу. Бан нахуй, иди сюда, мальчик. Пососешь ты сейчас. Бан, ёпта. У, как хорошо. Бля, это очень плохо, очень плохо, очень плохо. Блять, блять. На, ёпта, пососал ты бибу нахуй. На, ёпта, долбоёб, блядь. Стой, 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 стой. Опа. Шо, ебать, давай. Давай, долбоёб. На, ебать. Давай, нахуй, побежали к нему. Я ведь не победил тебя тогда в диких землях. Это был обман. Но не теперь. На, ёпта. Получается, наш первый босс с вами, ребятки. Получается, наш первый с вами босс. Знак Вальварона. Не исключает врат Хельхейма. Удержи его своим внутренним взором. После каждой битвы тьма становится сильнее. Каждая победа приближает ее к поражению. Справедливо, правда? Темными зимними ночами в лесной глуши бывали минуты, когда она думала о том, чтобы прервать свой путь, прекратить. Если бы не Друд, случайно встреченный в лесу, она бы не услышала истории о северянах. И у нее не было бы шанса спасти душу Диллиона. Я иду. Да, ребят, кстати, проходим, что у нас самый сложный, ну, типа, на сложный... На сложном уровне, на сложном уровне сложности мы с вами проходим. Жестко, жестко. То есть, получается, когда она побежает, тоже проигрывает? Ну, блядь, такое тогда нахуй. Че? То есть нам нужно максимально вообще не проигрывать. Да? Я правильно понимаю? Все пониже вроде, да, стало?
пониже вроде стало рисунок. Значит, когда тьма проигрывает, значит, у нас рисунок дефается, да, обратно? Либо мы проигрываем, ну, типа, как я понял. Когда тьма проигрывает, то у нее, типа, вот это, вот, видите, на руке черная, типа, вот эта, не знаю, жижа, короче, она спускается вниз, правильно? Типа, ну, я правильно понял, да? Вот, либо же, как я понял, когда мы выигрываем тьму, мы все равно проигрываем. То есть тьма все равно идет вверх. То есть я не понял, напишите в комментариях, ребят, как это правильно. Просто правильно не совсем понял, может быть. Ну, как я понял, типа, все откатывается. Типа, вот это, да, вот рисунок, да-да-да, вот он, рисунок, видите, откатывается, да-да-да, все. Когда мы побеждаем тьму, видите, рисунок откатывается у нас, все. Все-все, хорошо, рисунок, когда-то вы видите, черная рука у меня, видите, черная рука, но видите, она стала, она была прям жестко черная, сейчас, видите, такой, еле-еле черный. Вот. Когда мы побеждаем тьму, он, типа, вот эта хуйня, вот эта жижа, блядь, откатывается обратно, все окей. В детстве она часто лежала в траве и смотрела на облака, и видела там смутно меняющие лица. Вскоре она стала замечать лица везде, в деревьях, горах, пещерах. Бля, не успел, ну ладно. Интересно, нас, наш с вами первый босс. Хм. Интересненько, интересно. Но он был прям довольно-таки легким, кстати. Интересно. А ты умеешь видеть лица? Они везде. Если присмотреться. Мама? Сенуа, ты можешь видеть, как и я. Если тебе дано видеть Нижний мир, то Нижний мир и все его души тоже могут видеть тебя. Не бойся, если они заговорят с тобой. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Ебать, шо нахуй. Видишь ее? То была ее мать. Галена. Она была жрицей. Целительницей. Она научилась нам видеть нити, из которых сплетен этот мир. И это было красиво. Это было еще до того, как пришла тьма. Но когда она пришла, сначала она забрала мать. Расболезно такое, осуждаем. Тьма до сих пор время от времени видит ее лицо скрытое в мире. Как будто она до сих пор присматривает за ней. Синуа так по ней скучает. О, стоп. А ну-ка, что ты нам скажешь теперь? Северяне говорят, что один постоянно ищет новые знания, мудрость, магию. Что один? Говорят, было некое умное существо по имени Мимир, которое охраняло источник мудрости, тевший из-под корней мирового древа. Один же пожелал испить из источника, но за это ему нужно было заплатить, и тогда он вынул собственный глаз и отдал его Мимиру. Он испил из источника, обменяв тем самым один способ видения на другой. Интересно, интересно. Интересно, да? Интересно. О, опять это началось, блять. Какая тьма вверх пролетела вообще. О, боёк. Чё там, блядь? А, нахуй. Кстати, член захотел, да? Давай. Ну, давай. Ну, шо? Он один здесь хотя бы? Да.
Ой, блядь, нихуя. Ой-ой-ой, уходи. Опа. Ой-ой-ой. Больно, ладно? Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, вы чего, блядь? Успокойся. Ой-ой-ой, бля. Нахуй, пососёшь ты, Бибу, блядь. Погнали, блядь, его сначала, блядь. Ой-ой-ой, ребятки, ребятки, ну это как бы не по-мужски, блядь, как бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, не успел. Долбоёб, нахуй, иди в пизду. Тоже иди в пизду, блядь. Давай, по одному, блядь. Понял, время могу останавливать. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Опа, пососал ты, блядь, мальчик. Блядь, а что за хрень? Ничего не могу сделать. Там, блядь, в этом муторный просто. Меня бесит уже. Пиздец, у меня, блядь, что-то муторное нет. Когда Хелли... Хелла не откроется, почему? Она не сразилась с Суртом. А, вон те. Что ты нового скажешь нам? Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы. Столько холода на севере, палящего жара на юге. Они говорят, что лед наползал с севера, а когда приблизился к жаркому югу, стал таять. Сила тьмы вдохнула жизнь в тающий лед. Так родился первый великан. Имя ему было Эмир. Лед таял дальше, сила тьмы дала ему жизнь, и стал лед коровьим молоком, стал кормиться великан. Да, коровы, этого ты не ожидала. Угу. Собственно, давай мы с тобой на этом закончим, да? Такой был у нас с тобой босс, собственно, да? Ебать, что опять ненормально, не, вот, босс довольно-таки такой нормальный, муторный был, да? Муторный. И давай эти появились, NPC-шки. Ладно, спасибо за просмотр, такая серия была. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, за поддержку мне огромную, да? И продвижение канала, спасибо за то, кто это делает. В принципе, все.
Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.